Привет, друзья! Меня зовут Макс. Я ведущий игры Нетворкер, на которую вас приглашаю 14 апреля в клуб «Жажда». Игра Нетворкер – это риторический инструмент, речевой тренажер и великолепное времяпрепровождение, во время которого вы научитесь делать четкую и ясную самопрезентацию. Вы станете гибкими в работе с возражениями и вопросами. Вы научитесь вносить информацию ярко, уникально, индивидуально до вашего партнера. Вы познакомитесь с большим количеством интересных людей, которые также будут участвовать в игре. Приглашаю вас 14 апреля на встречу в клуб «Жажда», где я проведу презентацию игры Нетворкер. А с теми, кто решится, мы поиграем более серьезно. Но это будет весело.